Вы знаете, что наша компания традиционно поддерживает спорт. Пожалуй, нет такого вида спорта, который бы мы не поддерживали в нашем городе, в Калужской области. Вот пришла очередь и волейбола. Но волейбол в этом смысле наиболее знаковый такой, потому что и наша компания создана выходцами, коренными жителями из города Обнинска. И волейбольный клуб «Обнинск» состоит из ребят, которые выросли и воспитывались здесь. Поэтому для нас это очень важно. Думаю, что мы вместе пойдем к новым успехам, и наша компания, и наши волейболисты. Вот этот спонсорский контракт, что он предусматривает? Многолетнее сотрудничество нашей компании волейбольного клуба «Обнинск». Мы будем команду всячески поддерживать, они будут нас рекламировать. Финансовая поддержка, соревнования, инвентарь. Полностью абсолютная поддержка. Ну, совсем недавно мы проводили лыжные гонки, вы знаете, поддерживаем лыжный спорт, поддерживаем футбол, поддерживаем кудо, дзюдо. Но то, что пока приходит на ум. Потому что мы любим свой город и свою область. Мы хотим, чтобы здесь был спорт развит, и наша молодежь была спортивной и здоровой. Для этого мы живем, мы патриоты этого края. Вы знаете, это очень, ну как сказать, сильная школа пляжного волейбола. И то, что сюда приезжают ребята со всей страны, это тоже очень хорошая возможность для наших воспитанников, во-первых, проверить себя, а кроме того, понимать, что следующие их старты – это международные. То есть это очень важный этап для взросления, для выхода на международный уровень. Вы знаете, мы, конечно, поддержим эту инициативу, и мы очень благодарны Синтеку за то, что не только эта спортивная, теперь, как сказать, спортивная организация, спортивный клуб получает финансирование, но это же череда той поддержки, которую оказывают и мотокросс, и лыжня. Поэтому действительно очень приятно, что организации, предприятия города включаются и помогают развитию спорта. Ну, мое восприятие положительное, скажу так. Замечательно, что этот турнир уже является традиционным. Замечательно, что сюда приезжают спортсмены из многих регионов России. И все это служит, безусловно, популяризации спорта в нашем регионе, в стране, узнаваемости данного турнира. Главное, как мне кажется, чтобы турнир также был и становился не только традиционным, но и имел свое развитие, чтобы поднималась его значимость, чтобы спортсмены еще с большим удовольствием приезжали, достигали каких-то новых вершин, и это служило их дальнейшему развитию. То соглашение, которое сегодня было подписано, что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что это замечательный пример социальной ответственности бизнеса. Если говорить непосредственно о компании «Синтек», то компания является одним из предприятий, входящих в автомобильный кластер Калужской области, который узнаваем также на территории всей Российской Федерации. Здесь можно компании сказать, наверное, спасибо. Это придает значимость и также уверенности турниру. Ну и, как я уже сказал, еще раз повторюсь, такой социальной значимости и ответственности компании за молодежь, за, скажем так, развитие молодежи, за приобщение ее к спорту.